Ինչպես եւ ես խոստացել եմ, մենք շարունակում ենք մեր եթերը Վրաստանի մասին հարցազրույցով։ Մեր հյուրն է, որը մեզ միացել է տեսակապով Թբիլիսից, վրացագետ Արնոլդ Ստեփանյանը։ Приветствую вас, господин Степанян. Здравствуйте. Ну, понятно, что мы будем говорить об иноагентах, о законе об иноагентах. Вчера парламент Грузии в первом чтении одобрил закон об иноагентах. Мы видели все кадры людей, заполонивших проспект Руставели. Понятно, что, насколько я понимал, уже идут задержания протестующих. Вопрос следующий, да, это очень важно для наших телезрителей, многие из которых не знают, о чем идет речь. Почему для грузинского общества так важно, чтобы этот закон не был принят? И почему для власти, для грузинской мечты так важно, чтобы этот закон был принят? Прошу вас. Կարծես թե էլի կապի հետ խնդիրներ ունենք։ Մենք հերթական անգամ ունենք կապի հետ խնդիրներ, հուսով եմ, որ դա երկար չի տևի։ Ես ուղղակի կուզեի շարունակել այս թեման, հաշվի առնելով, որ մենք այդ մասին արդեն խոսեցինք, ես խոսում եմ այդ մասին իմ նախորդ վերլուծության ժամանակ, այն ինչ կատարվում է Վրաստանում շատ կարևոր է Հայաստանի համար։ Վրաստանը այն երկու բաց, այսպես ասեմ, կիսաբաց դարպասներից մեկն է, որը կապում է Հայաստանը արտաքին աշխարհի հետ։ Եվ եթե Վրաստանը գնում է ռուսիֆիկացիայի ճանապարհով, ես անվանում եմ դա այսպես, այդ դարպասը վերահսկվելու է արդեն ոչ թե վրացիների, վրացական իշխանությունների, այլ ռուսների կողմից։ Ինչի է բերում ռուսների կողմից ցանկացած վերահսկողությունը ցանկացած տեղ, մենք ցավոք սրտի բոլորս տեսել ենք Արցախում, մենք տեսել ենք դա հայ-ադրբեջանական սահմանում, մենք վճարել ենք այդ ամենի համար հազարավոր, տասնյակ հազարավոր կյանքերով, և մենք պարզ է, որ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի չտեսնենք այս ամենը Վրաստանում։ Կարծես թե մեր հյուրը վերադարձել է։ Господин Степанян, у нас всё нормально со связью, да? Я думаю, да. Ну, может быть, закон уже начал работать, не знаю. Да, такой чёрный юмор получился. Вы слышали, да, мой вопрос? Нет, к сожалению, не слышал. Да, вопрос был следующий, я попробую кратко его изложить снова. Почему для грузинской мечты, для партии и власти так важно, чтобы этот закон был принят? И почему грузинское общество не хочет, чтобы этот закон был принят? Для армянского телезрителя. Что самый сложный вопрос, который сейчас существует, первая часть этого вопроса, вернее, почему для грузинской мечты важно, чтобы этот закон был принят, потому что, ну, перед выборами, скажем, у нас выборы в октябре месяце, парламентские, и самый высокий рейтинг, в принципе, у грузинской мечты среди всех партий, то есть у них всех весь шанс был победить на выборах еще раз, и этот шанс призрачно падает, уменьшается, то есть становится призрачным, скажем так. В принципе, то, что они сделали на ровном месте, создали себе проблемы. И в контексте этого, если думать, то очень сложно сказать, зачем им это, зачем создавать себе проблемы, когда, в принципе, скажем, тогда у них большие шансы были победить на октябре. Многие из нас задаются вопросами, зачем им это нужно, тем более, что вы знаете, это вторая попытка уже, первая попытка была около года назад. И, в принципе, скажем так, сейчас, после огромного давления, которое было на грузинскую мечту, они передумали, скажем. А сейчас они надумали делать заново. Есть несколько версий, хотя невозможно сказать, какая из этих версий. Может быть, вообще, скажем так, мы даже не понимаем на самом деле суть происходящего, почему это, какие стимулы мечты принимать. Но если говорить о тех версиях, о которых говорит сегодня гражданское общество, ну, это вполне возможно на то, что грузинская мечта пытается торговаться с международными партнерами
и этим законом пытается, скажем, нивелировать один из или два, как мы думаем, из пунктов, которые Евросоюз предъявляет в Грузии для исполнения с целью улучшения, скажем так, рейтинга для вступления в Евросоюз в дальнейшем. Это может быть опасение международных иностранных денег, которыми финансируется гражданское общество, критически настроенное гражданское общество, которое, в принципе, скажем так, да, мешает им быть безнаказанными. Это может быть третья версия, вот, которую мы обсуждаем. Это может быть потоки ветра, скажем, политического с Россией. Вы знаете, что до нас Казахстан принял практически такой же закон. Мы буквально за несколько недель до нас. И вполне возможно, что путинское понравится Путину, понравится руководству России. С какой целью другой же вопрос, но вот это вот основные три версии, о которых мы говорим. Ну и, естественно, вместо этой версии есть подозрение, хотят ли на самом деле власти Грузии быть частью Европейского дома или нет. Тоже вопрос. Они декларируют, что хотят, но как бы есть сомнения. Тем более вот в такие моменты есть очень серьезные сомнения. Почему противиться принятию этого закона общества? Противиться, потому что начнем с того, что в принципе это очень, ну, общество называет его русским законом. Я сам его не называю русским законом, потому что он грузинский закон, на самом деле, а не русский. И действительно во многих странах мира существует этот закон. Он существует также в европейских странах, он существует также подобный закон в Соединенных Штатах Америки. И грузинская мечта очень часто пользуется этим, что такой закон, такого типа закон существует и в западных странах. Но они не добавляют, скажем так, одной простейшей вещи. Первое. В Соединенных Штатах закон был принят во время Второй мировой войны, то есть когда была необходимость выявлять иностранное финансирование, в частности, касалось больше японского, скажем так, да, и немецкого, ну и стран оси, скажем так, да, германского, стран оси, скажем так. В Великобритании существует также закон подобный, где конкретно написано, какие страны имеются в виду. То есть эти законы в западных странах, они направлены против недружественных стран, тех стран, которые пытаются, скажем так, свою недружественную политику перенести, скажем так, в их страны. И в нашем законе, то есть не сказано, какую страну имеют в виду на самом деле. И совершенно недавно грузинская мечта разъяснила, сказала, что это касается всех. Ну, в частности, и друзей тоже. В первую очередь, друзья должны быть прозрачными. Хотя, ну, если говорить о прозрачности, честно, ну, даже неинтересно это обсуждать, потому что касательно прозрачности все самые активные неправительственные организации, они довольно-таки прозрачны, и это видно везде абсолютно. То есть мы все сдаем декларации, мы заполняем кучу документов. Это просто в обычном доступе можно все проверить. Я уже не говорю про то, что у государства есть больше ресурсов это проверить. Вторая часть закона, то есть их, в принципе, две части. Первая часть мы называем частью прозрачности, и вторая часть – это часть ограничения деятельности. Вот эта вторая часть, она, в принципе, основная. Как бы, да. Эта часть, она пытается… То есть с прозрачностью никаких проблем нет. Если хотят какие-то новые вещи добавлять, пускай добавляют, но это можно все интегрировать в налоговый кодекс, например, в закон о грантах, который и так регулирует прозрачность. Все то, что они хотят добавить в часть прозрачности. А вот часть ограничения деятельности – это довольно-таки серьезная часть. Первое клише, которыми, скажем так, да, будут обзывать общественные организации, это здесь правильно на русский перевести, проводник интересов чужой силы. Угу. И второе – это совершенно новая роль Министерства юстиции, которая может в любой момент даже на основании доноса, то есть анонимки, начинать мониторинг общественной организации, и это может происходить 6 месяцев раз,
и непонятно какой продолжительностью. То есть это парализует деятельность общественных организаций, если такой подход будет продолжаться. То есть если начнется, скажем, мониторинг. И порядок мониторинга определяет министр юстиции. То есть мы не знаем даже, что они имеют в виду, когда пишут о мониторинге. Арнольд, вы совершенно правильно отметили, что, казалось бы, на первый взгляд, не в интересах грузинской мечты лоббировать и продвигать этот закон сейчас, фактически в преддверии парламентских выборов, поскольку грузинская мечта плохо или хорошо имеет первый рейтинг среди всех политических сил сегодня. У меня лично создается впечатление, я хотел бы узнать ваше мнение на этот счет, что грузинская мечта сама особо не заинтересована в этом. Но в этом случае возникает следующая версия. Не является ли это итогом лоббирования и давления со стороны Москвы, в частности, на грузинскую мечту и лично на Бедзину Иванишвили? Ну, вы знаете, это одна из версий, как я сказал. Вот третья версия, которая, ну, для кого-то третья, для кого-то первая, да, о которой мы говорим, имеется в виду гражданский сектор. То есть больше, в принципе, не видно ничего, что могло быть причиной. Хотя здесь есть, конечно же, у этой версии есть изъян. В частности, если Москва давит, наверное, Москва очень хорошо понимает, что до выборов это делать не есть хорошо. И, наверное, скажем так, это давление, наверное, ну, можно было как-то, если они говорят на эти темы вообще, да, наверное, договорились бы делать это после выборов, там, в ноябре или в декабре, когда всем холодно, и когда всем не до этого, Новый год на носу, и после выборов уже довольны в своих креслах сидят. То есть непонятно, почему. Есть здесь очень интересный момент, я вам скажу, ну, в принципе, это мое наблюдение, и в экспертном сообществе на это внимание не обращайте, но я вам скажу, причина, то есть сейчас принятая причина того, почему год назад власти отозвали закон, это то, что вышел народ на улицы, как бы тысячи людей надавили, вот как бы мечта увидела, это все протрезвело и решила отозвать. Но на самом деле, скажем так, да, отзыв сам произошел в 6 утра, как бы дискуссия об этом, в 6 утра, прямо через несколько часов после брифингов Захаровой и Карасина, которые сказали, что поддержали открыто, поддержали на государственном уровне, поддержали действия мечты. Само собой, эти действия как бы будут с ума сводить молодежь здесь, и вместо там 5000 человек придет 20-25 и так далее. Соответственно, это чревато, конечно же, попыткам переворота. Попытки переворота или переворот, удавшийся, скажем так, он чреват интервенцией России. Ну, как по сценарию Майдана, скажем так. То есть в любом случае они теряли свои места. И это послужило причиной такого экстренного совещания в 6 утра и отзыва закона. Потому что я вам скажу, что мы разговаривали на уровне общественных организаций, у нас были встречи год назад еще с авторами закона, с руководителями государства. И мы говорили им, что, ребята, не делайте, потому что не сможете. Во-первых, вы получите огромную массу протеста. Это неприемлемо для нас. И будет огромная негатив огромный будет со стороны международного сообщества. Это все будет. И это помешает стране получить статус. И, как понимаю, это все было рассчитано. То есть у них было просчитано это все. Они понимали, что это все будет. И я так понимаю, что они понимали, как это преодолеть. Но вот этого, скажем так, этой реакции со стороны России, которая как бы подставила, скажем так, да, и решила, то есть выходить на план А, наверное, этого не ожидали. Вот в результате этой реакции России и был отозван закон. А сейчас законопроект. А сейчас, ну, я думаю, что Дугин комментирует еще там какие-то, может быть, пару неформалов. Пока как бы на уровне официальных структур я не слышал. Хотя есть, не исключаю, что будет поддержка тоже вот, официальных структур России, и они уже знают, как это преодолеть тоже. Не знаю, но факт то, что власти лучше подготовлены на этот раз. Вот вы отметили, что власти лучше подготовлены. Но не означает ли это, что в октябре, когда будут парламентские выборы, грузинская мечта пойдет на фальсификации, поскольку предполагать, что после всего этого люди пойдут. Но в конце концов, да, есть же итоги соцопроса, 80% грузинского общества за евроинтеграцию, за Запад. Как?
как в таком случае грузинская мечта может одержать победу, если не путем фальсификации? Нет, Давид, нет, я не думаю, что здесь произойдет именно так. Ну, во-первых, грузинская мечта говорит, несмотря на то, что они принимают, одной рукой принимают этот закон, второй рукой они говорят, что это закон о прозрачности. Этот закон, ну, действительно, есть тот путь европейский, который избрали страны Запада, и это путь прозрачности, это путь западной цивилизации и так далее, и так далее. И вот, например, большое количество стран на Западе, у которых есть этот закон. То есть, как бы здесь активно пудрят мозги, скажем, населению. И непонятно, кто поверит, кто нет. Так что здесь сложно говорить о том, что вот раз ты за евроинтеграцию, соответственно, они прорусские, и нужно не голосовать за них. Я вам скажу, что на следующий день, после того, когда они начали говорить об этом законопроекте, они отозвали регистрацию единственной оставшейся прорусской политической партии. Мне лично понятно, почему они это сделали, потому что они хотят, как бы, скажем, оставшиеся пророссийские голоса взять сами. Но, как бы, скажем так, некоторые люди думают, что, ну вот видите, они вот последнюю пророссийскую партию отменили, скажем так, да, закрыли. Какие же они пророссийские, если они это делают? Этот аргумент вряд ли будет работать. Этот аргумент вряд ли будет работать к выборам. С фальсификацией тоже сложно сказать, невозможно ничего предугадать, но фальсификация будет намного сложнее сейчас, когда у нас вводится электронное голосование, система электронного голосования. И намного сложнее фальсифицировать, хотя, ну, как бы возможно, естественно. И огромное количество мониторов будет, наблюдательских организаций. Все зависит от того, как процессы пойдут сейчас до октября, потому что общество взволновано. А вот вы отметили, как пройдут процессы, очень интересно, как они пройдут. Мне почему-то кажется, я могу ошибаться, вам изнутри стороны виднее, что после этого закона будут еще и другие законы. Потому что принять один закон, если это нужно России, если это инструмент влияния России, это было бы нелогично. Будут и другие законы. Будут новые шаги, повышающие возможности России в Грузии, и шаги, которые оставят Грузию по эту сторону вот этого занавеса, который протягивает Путин, пытается протянуть Путин между цивилизованным миром и тем, что они упорно продолжают именовать зоной интересов России. Невозможно предсказать, будут законы новые или будут определенные поправки к этому законодательству. В принципе, скажем так, да, вот сейчас идет параллельная работа, но над законопроектом, запрещающим пропаганду ЛГБТ, сексуальных меньшинств, скажем так, на русском. Вместе с этим законом. И они также, скажем, говорят в отмене гендерных квот. Да, ну, в принципе, скажем так, обо всем том, что выглядело бы хорошо на севере, плохо на западе. И да, нет, конечно же, нет никаких гарантий, что они не будут продолжать в этом же духе и завтра. Ну, посмотрим, у нас выборы, еще раз говорю, в октябре. Очень сложно их логику понять сейчас. Вот сейчас проспект Руставели, вчера было около 10 тысяч человек, по-моему, если не ошибаюсь. И ну, такой массы людей давно не видел я. И тот проспект Руставели, по которому гуляли туристы, скажем так, да, и там кафе работали, и шопинг, и так далее, да. И на здоровую голову превратить в течение одного дня, скажем так, да, такую головную боль создать. Ну, сложно сказать, кто в нормальном здравом уме может это сделать сам себе. Да, это выстрел даже не в ногу, скажем так, да, а повыше. Ну, поэтому версия о российском следе, она прямо напрашивается, потому что я не думаю, что в грузинской мечте сидят, скажем так, неадекватные люди. Да, Давид. Давид, может быть, вы знаете как, это может быть, как бы, скажем так, может подойти комплексно к этому. Не обязательно, чтобы всего лишь одна версия была из тех, о которых мы говорим, да. Может, какие-то компоненты, скажем так, всех версий, может быть, что-то еще. Самое главное то, что я абсолютно точно могу сказать, что эти люди не глупые, то есть у власти не глупые люди.
зная лично их, скажем так, да, и как бы так долго общаясь и видя их на политической арене, то есть невозможно аргументировать принятие этого законопроекта всего лишь глупостью. То есть это значит то, что настоящие причины, почему они решили, скажем, пойти по этому пути, они в обязательном порядке в ближайшем будущем как бы станут видны. То есть скрытый перелом превратится в открытый. Будем ждать. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что в случае принятия законопроекта в трех чтениях наложит на него вето. Но она в то же время сказала, что она уверена, выразила уверенность, что парламентское большинство преодолеет ее вето. Я хотел бы узнать, как это возможно технически, как это предусмотрено законодательством Грузии. Как бы, скажем так, да, вето, когда президент накладывает вето, если у для мечты есть соответствующее количество голосов, 88, если не ошибаюсь, то если правящая партия есть соответствующее количество голосов, они могут преодолевать это. И это уже происходило, то есть это не в первый раз. Да, но вчера за законопроект проголосовало в первом чтении 83 депутата, если я не ошибаюсь. 83 депутата, но в случае необходимости они могут подтягивать, скажем так. У них есть эта возможность? Да, у них есть возможность, просто это иногда дороже стоит, чем обычно. Политическая цена бывает выше. Ну, такой конечно. Вопрос... И политическая может быть другая. Понятно. Такой вопрос, Арнольд. Вы допускаете вероятность смены власти в Грузии до выборов, отталкиваясь от тех акций протеста, которые сейчас имеют место? В случае, если закон будет принят. Я не думаю, что закон может быть... сам закон по себе, скажем так, да, быть сменой власти. Несмотря на то, что из этих 10 тысяч человек, которые пришли на митинг, в основном это молодые люди, я хочу сказать, что нет, ну, для того, чтобы сменить власть, наверное, нужно несколько факторов, скажем так, да, чтобы было бы несколько как предусловий. Нужны определенные финансы, нужны определенная, скажем, сила, которую поддерживают. Но это хаотическая смена власти, она вряд ли они смогут этого сделать. Грузия сейчас не в том состоянии, в каком была 25 лет назад, 25-30. То есть не видно, скажем так, сильного лидера или сильной как бы силы, которая, скажем так, может организовать весь этот процесс. Даже с партией Саакашвили, у которых рейтинг снижается постоянно, стабильно, даже она не сможет этого организовать сейчас. То есть позиции власти внутри, как бы, скажем, они настолько крепкие, что могут примитировать, хотя ну, ничего исключать нельзя. Нельзя исключать того, что, скажем так, будет излишнее применение силы, нельзя исключать того, что, скажем так, могут пострадать люди, могут быть провокации также, тоже можем об этом говорить. То есть нельзя предсказать, будет ли, скажем так, да, точка X, которая может стать процессом хаотической смены власти, и которая, скажем, будет массовой. То есть вот эти 10 тысяч человек, 10 тысяч молодых ребят, которые выходят, да, их могут поддержать, ну, умножить, скажем так, в разы. Вот такая масса, если что-то произойдет. Кстати, интересный вопрос, буквально только что он у меня появился. Какова позиция Грузинской православной церкви? Грузинская православная церковь как позицию, скажем так, единую позицию не фиксировала по этому закону, по остальным ситуациям, так, например, по ЛГБТ, конечно, это всеобще знакомая, скажем, позиция. Но по закону есть отдельные отрывки отдельных священнослужителей, которые говорят, что да, закон поддерживают. Хотя есть те, которые не поддерживают, но это всего лишь потому, что здесь оппозиционно настроенные внутри Грузинской православной церкви священнослужители. Есть также, скажем так, те, которые мы называем западниками, на самом деле сложно их назвать западниками, но все познается в сравнении. Да, сравнительно более антироссийски расположены, скажем так, да. И вот этим людям тоже не нравится. Но это единицы.
И последний вопрос, Арнольд. Понятно, что все эти процессы крайне негативно сказались на европерспективах Грузии. Вы допускаете вероятность, что Грузия может потерять вот этот вот, скажем так, начальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС? Да, Давид, вы задаете вопросы, на которые невозможно отвечать «нет». Да, однозначно, вероятность допускаю. Есть предупреждение. Да, практически ото всех, кто уже мог их предупредить, уже все предупредили, сказали, что не делайте этого, а то вы потеряете перспективу. С другой стороны, Европа также нуждается в Грузии, как и народ Грузии нуждается в Европе. И особенно, скажем так, в этот сложный период для мира. С другой стороны, я не исключаю, что политика прагматизма со стороны Европы, она победит. И, ну, серьезных последствий не будет. Что ж, только на уровне предупреждения, может быть. То есть нельзя не исключать ничего. Будем надеяться, что наихудшего сценария удастся избежать. Мы в Армении скрещиваем за вас пальцы, поскольку прекрасно понимаем, чем грозит для нас, для армянского народа. Я называю это русификацией, русификация Грузии. Мы все понимаем, чем это все может обернуться. Все так называют, да. Да, да. Будем надеяться, что... Давид, вы позволите мне воспользоваться эфиром и поблагодарить представителей общественного сектора Армении, которые выразили поддержку грузинскому гражданскому сектору. И сейчас действительно, скажем так, очень важно для нас вот эту поддержку от всего мира поступает эта поддержка. И вот, наверное, единственный сосед, который, где гражданский сектор высказал эту поддержку, была Армения, так что я хотел бы поблагодарить. Мы прекрасно понимаем, что наши интересы идентичны и едины в этом вопросе. Грузия должна стать членом Европейского Союза, и второго мнения в Армении на этот счет нет и быть не может. Благодарю вас, Арнольд, благодарю за информацию, благодарю за ваше время, за ваш анализ. Всего хорошего. Այսպես էին այսօրվա մանրամասները, մեր հյուրներ, որը միացել էր մեզ տեսակապով Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքից, վրացագետ Արնոլդ Ստեփանյանը, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը, առայժմ։